Итак, друзья, гавань. Продолжаем мы поиски координатов доктора Черепа. Для этого мы должны поработать в крепости Вольфенштайн. Всем приятного просмотра, добро пожаловать на канал. Then we get the hell out of this place and contact Kessler in the village tavern. Нас здесь уже парни встречают. Неплохо, неплохо, неплохо. Хорошо, обошел сейф, отлично. Так, давайте немножечко подберем себе амуниции. Опа, чё? Так, там мы начали работать. Ой-ой-ой, парни, парни. Что вы злые такие? Я же сейчас вас всех раскатаю. Что происходит? Почему он сдох? Живучий ублюдок. Сколько раз в него можно было стрелять, я не понял. Так, второй рычаг где-то здесь должен быть, да? Я чуть не это самое, не испугался. Какого фига он упал в воду? Так, а где? Как выбраться отсюда? Броня и хил он лишним не бывает, так что нормально, подбираем и поехали дальше. Вернее сказать, поплыли. Бамбеншус. Так, ладно. Смогли только одного ушатать тихо. Все-таки устойчивый гранат. Как-то очень много их сразу нападает.
Ладно, поехали. Надо найти и ликвидировать второго офицера, потому что подкрепление будет постоянно приходить. О, видите, он еще раз вызвал подкрепление. Надо найти ключ. Так, а где ключ? Чуваки, мне нужен ключ. Подожди, подожди, дружище. Нахер ты меня? А, вон офицер. Одну хп. Ай-яй-яй, запутался в кнопках просто. А, мы начинаем заново, да, получается? Ну, то есть главу полностью с самого старта. Хорошо. А, не главу, прям вот эту вот часть, да? Да что? Так, он не успел, да, вроде выжить или успел? Так, здесь какой-то проход. Пушка, конечно, крутая, но очень-очень-очень медленно стреляет она. И перезаряжается еще медленно. Дает всего-то навсего здесь 5 патронов. Осталось, так что давайте возьмем что-нибудь другое. Нет, трубу брать не будем, пистолет тоже не будем брать. У меня колеска плохо работает, на мышке, так что извиняйте, друзья. Вот это более-менее пойдет. Так, нам нужны ключи. А где ключи взять? Подожди. Так. Все, ключи нашли. Так просто, да? Они просто лежали на столе. Ладно. Я, в принципе, не против. Нам туда, что ли? Немножко, да? Нет, только сюда. Как сохранение пошло. Так, где наш ножик? Все. Чисто символически порезали немножко немцев. Немецких фашистов, вернее. Все. This air reminds me of the bog by the Johnson's farm back home. Smell of dead plants and wet wood. Опять у Бласковца пошли воспоминания о своем детстве, о своем прошлом.
Блин, нацисты создают такие технологии, такие машины, а сделать себе нормальный пол в замке, в котором тусуются, не могут. Так, как отсюда выбраться? Понял. Так, что попробуем с ножом побегать, да? Слышь, сам ты дура. Так, что тут у меня? Запалили нас. О! Значит, нам сюда, да? Хорошо, пока без проблем. Почему, блин, это оружие всегда в каких-то хранится местах, которые фиг увидишь простым невооруженным взглядом? Блин, сразу переключается на пистолете, когда поднимается. А, я думал, блин, можно поехать на Ясную Плаву. Нифига подобного, друзья. Легких путей мы не ищем. Поехали. Так, здесь у нас будет два. Два офицера, обоих надо будет сейчас выпустить этому. Одного выпустили. Так, все. А, не, он сразу прибежал сюда, ну туда сюда. Вы чё? Пошла жара. Какие-то злые, очень злые
А, птичка. Что ты там выглядываешь? Возьмем ресурсы. И поехали. Так. Тут какой-то проход, не знаю, может нам сюда надо зайти? Что это такое? Мы нашли секретную область. И что тут есть? Фигня какая-то, ничего интересного. Ладно, поехали дальше тогда. Так, мы оттуда вот пришли, да? Голову. Бам. Хорош. А, мы здесь вроде типа были, да? Ну, не были. Не то, что были, а мы здесь, по-моему, с корабля всех расстреляли, да? Получается, нам надо сейчас спуститься вниз, да? Окей, Ван Мор, он сказал, типа, еще один. Надо спуститься вниз и, судя по всему, там еще один рычаг найти, да? Блин, а это оружие мне не нравится. Ой-ой-ой. Фига себе, он бессмертный, а там сейчас с этого стреляет с окна, да, в меня? Ну, наконец-то. Засада, конечно, была у парней такая, знатно. Я почти отъехал в какой-то момент. Так, вот этот рычаг мы уже включали, да? Да. Тогда что нам надо еще сейчас сделать? Попробуем в ту сторону поплыть, может там что-то удастся найти. Там вроде бы как что-то блестело. Пока переключаться на другое оружие не будем. Постреляем из этого. Хотя нет, вот здесь надо переключиться. Скалолазание продолжается. Летим наверх. О, тут какие-то суровые парни.
Ну, давайте этого ваншотнем. Раз. Дальше возьмем вот эту штуковину. Ему надо попадать в этот вот баг, который сзади, торчит, тогда он сразу умирает. Неплохо, неплохо, мне понравилось на самом деле. Дробовик подняли. Патроны, гранаты. Все как мы любим, парни. Так, чувак. Я знаю, куда тебе надо заходить. Охраняет мост, не дают нам по нему пойти, но уже пофиг. Мы уже все здесь положили, так что... Дают, не дают, мы просто берем и делаем. А, ворота открыли, там оттуда там что-то идти, да? Так, а может нам легче было вот так вот, да? Поехали. Так, понял. Наконец-то попали. Так, хорошо, все. Блин, патронов нашей этой великолепной пушки уже, к сожалению, нету больше. Да, негде взять дополнительных. Так что придется с автоматом побегать, потому что там осталось уже 20 патрончиков. Я думаю, их стоит немножечко поберечь.